Всем доброе утро. Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. У нас уже огород почти растаял, но сегодня я хочу вам другое показать. Сейчас пойдем вместе с вами на мои грядки. Я вам покажу чудо, которое даже сквозь снег пробирается. Смотрите, дорогие друзья, тут еще очень много снега. Но если мы сейчас с вами подойдем вот к этой клумбе, то вы увидите красоту. Смотрите, какая красота сквозь снег пробралась. Крокусик. Там он еще и еще вылазит. Тут у меня крокусы. И они вот так вот у меня вылазят. О, смотрите, ребята. Смотрите. Какое чудо. Даже сквозь снег пролазит. Хочу немножко откопать, чтобы побыстрее не расцвели все. И потом вам покажу, какая красота. Мои грядки уже скоро растают. Клубника вот начала растаивать. Кустики. И вот там вот мои крокусики. Целый вот так вот. Потихоньку тает. Скоро начнем в огороде. Забор вообще сломался. Муж нынче будет забор делать. Вообще сломался. Я вчера погуляла на улице, а сегодня уже закашляла. Вот так вот. Вот мой огород. Вот такой вот. Всем еще раз здрасте. Ну что, красивые цветочки у меня расцвели. Я сейчас сидела, занималась переборкой своих рукодельных прибамбасов и вот что нашла. Это мне отдавала одна знакомая Верочка, такие старые ложки. Вообще классные. Я хочу вот эту ложку покрыть лаком и повесить на летнюю кухню, ну чисто для украшательств. И эти вот тоже, видите. Они все идут, получается, разного размера. Если вот так повесить, то они вот, видите, будут как. Классно. Ирина, вроде бы ты любишь такие ложки деревянные. А у меня тоже такие есть. Мне нравится. Мой говорит, выкинь ты их. Я говорю, не, я их еще лаком покрою, красиво краской, лаком и повешу на летнюю кухню. Пускай висят. Красивые. Пишите, кто тоже любит деревянные ложки. Вот такие вот дела. Ребята с утра уроки делают. У нас время уже час дня. Завтра у Окси день рождения. Я хочу посидеть, посмотреть рецепты тортов, какие можно самой испечь. Хотели мы Оксане на день рождения портфель подарить, но не получится. Как всегда. Кто бы сомневался в этом, да? Она, потому что сама хотела сходить в магазин, купить его, но до того магазина идти две остановки. Можно, по идее, на автобусе уехать. Но тоже не вариант. С детьми я не хочу выходить за ограду. А она хочет сама его купить. Но мы с ней договорились, что как сможем, попросим дядю. Дядю знакомого на машине. И он нас возит обязательно в этот магазин, и мы купим с ней этот портфель. Так что вот так. Ладно, буду смотреть рецепт, чтобы ребенку завтра что-то испечь. Мы вышли на улицу. Ну иди, нет, туда нельзя. Стой, мама тебе рукавчик сделает. Аваф. Аваф. Вон, играйте. Территория оттаяла. Че все раскидали опять игрушки? Где Аваф? Где? Ванечка сегодня вот такой вот. Да, Ваня? Ты сегодня красивый? Нельзя туда. Да. Марина сегодня вот в такой одежде. Да, Мариша? А Ваня вот такой. А Оксана, как обычно, только штаны поменяла. Да, Оксана? Я знаю, что там солнышко. Вон, пойдем цветочки посмотрим. Брось каку. Пойдем цветочки посмотрим. Давай руку маме. Давай ручку маме. Вон там цветочки у нас вылезли. Возле камешков желтые цветочки. Так смотри. Вот, Оксана, их много. Смотри, сколько тут цветочков. Ваня, смотри, какие цветочки.
Всякие цветочки желтенькие вылезли. Да, там еще. Ну. Дыры это кроты нарыли. Да, вот дырка. Это мышки или кротики. Да, цветочков много нашла. Ну, молодец. Во, цветочек, да, Ваня? Еще цветочек. А. Да-да-да, нитка. Зачем ты ее берешь? Да. Что? Да. Даже три, ну. А фиолетовые в другом. Ваня, туда нельзя ходить. Пойдем туда. Тут у нас завозят стройматериал. Вот здесь, ребята, мы спахать не можем. Здесь раньше был фундамент дома. Еще до того, как мы здесь жить начали. Оно все в землю и заросло. И трактор пробовал, и поэтому он ломает все свои лопасти. Что? Не, нету тут змей. Ваня кастрюльку нашел. Иди сюда. Доски что-то все раскиданы. Тут у нас доски уже почти оттаяли. А по сути вот наш огород идет. Мы вот эту вот часть раскопали. Еще вот нынче будет там потихоньку. Он все руками выбирает всю траву. Руками. Вот это вот наш огород для картошки. Все до туда, аж все туда. Да. Ну, так тихонько надо. Вот так вот прогулялись по территории. Ваня сегодня не комбинезон, уже куртку достала со штанами, чтобы бегал. Ему так удобнее будет бегать. Да, Ваня? Ой. Да. Ой, не вижу даже, что снимаю. Да, пойдемте туда. Ой, хорошо, да, Ваня? Как хорошо, территория большая, бегаем. Да, Ваня? Ванечка, куда побежал? Мы сюда пошли. Не-не, там не надо, пойдем сюда, побежали сюда. Туда беги. Нет. Ну, Марина, ручки замерзнут. Мариша. Вот так вот и гуляем. Это малина там растет. Там малинка растет. Зачем? Да, там вот растет малина, да. Кака. Веточка, листочек. Пойдемте сюда. Это доски у нас, ребята, забор, чтобы делать. У нас вот там вот, я вам показывала, сегодня уже забор сломался. Надо менять это доски для забора. Вот так. Ну и где-то что-то строить тоже хорошо будут эти досочки. Это не ликвид мы покупали. И они лежат. Тут 20 камней. Мы хотели с фундамент делать, дом строить, но у нас по финансам ничего не получается. Это для фундамента муж брал. Ну, может быть, со временем что-то и получится, видите. Все лежат. Вот здесь вот у нас малинка растет. Тут старый горбыль, надо все убирать потихоньку. Все разгребать. Да, не ходите там, упадете. Марина, там гвозди. Ну-ка, брысь оттуда. Там цветочки, я знаю. Пошлите. Где ты сейчас малинку увидала? Малинка еще не выросла. Ванечка, куда пошел? Цветочек, ну, так они сейчас все полезут, цветочки. Хорошо, солнышко сегодня, дорогие друзья, гуляйте вместе с нами. Наш Тайсон, у него все оттаяло. Будку переделывать, в другое место будем ставить у него, куда, пока еще не знаем. Ну, там посмотрим потом. Вот такие вот дела. Опять бросаете все игрушки. Ладно, мы будем гулять, а вы оставайтесь с нами. Да. Ваня, помаши всем привет. Ай, молодец, умница. Да, ты подросла, уже залезть на качели можешь, да? Ай, ножка у тебя болит. Да, покажи, как ножка болит. Ай, да.
Чё ты? На, ой, ой, как носка болит, да. Смотри, Марина качается уже. Да. Кружку сломанную выкинуть надо. Ой, господи. Аккуратно только, Мариночка, хорошо? Видите, как Марина делает? На доске встает, чтобы залезть на качелю. И качается. Умница. Нельзя камешками кидаться. Нельзя. Ругать буду, Ваня. Ай-яй-яй. Чё? А, ну ладно, играйте, давайте. О, дорогие друзья, этот забор тоже надо заменять. Видите, уже вот рушится весь забор. Но упал прямо. И вот здесь снег у нас еще так и никто не хочет раскидывать. Видимо, мне придется брать и раскидывать. Ребятки дальше гуляют. Наш дровяник, инструменталка, стройматериал, который закупили немного, что могли. Ну, видите, какой они тут порядок навели. У них тут и палатка валяется, и игрушки. Хорошо. Ты уже упала, у тебя уже колени все сырые. Марин, вот как так? Ты недавно только на улицу вышла, уже все. Не, не надо открывать. Закрыто, папа закрыл, все, нельзя. Сейчас достанем этот самокат, ребята. Достанем самокат, ребяткам. Вот он, самокат стоит. Нате. А вот твой велик. Тут старая коляска. И вот все, что у нас дрова осталось с зимы. Это еще коляску мы Светочке покупали. Сейчас на ней ребята дрова возят сюда. Вот так вот. Дров осталось вообще мало. Березы так вообще там, наверное, штучек 10 поленьев лежит и все. И надо будет все покупать. Тут у ребят лыжи, палки, лопаты все наши зимние. Папа уже прибрал. Что, сыночка? Все, мама сейчас закроет. Снега почти нету, но скоро растает весь снег. Да. Угу. Сломаешь велик. Он у нас и так сломанный уже весь. Весь ржавый, старый велик. Да. Так, это выкинуть надо. Давай сюда. Где-то у нас мешок для мусора здесь был. Так, это мусор слаживается сюда вроде, да, мусор. Выкидываем. Вот так вот. Тут у нас еще глина осталась с прошлого года, когда мы печку делали. Понадобится где-то что-то. Не стали выкидывать. Да, Ваня? Ваня качаться пытается. Садись на качелю. Нет? Ну ладно. Ладно, будем гулять. Покажусь немножко и сама, а то скажут, всех показывает, а сама не показывается. Я вчера погуляла в тапочках, сегодня опять в тапочках, между прочим, вышла. И сегодня чувствую, уже покашливать начала. Да, плохо то, что рентген не сделать. Позвонить в больницу, может, можно как-то рентген сделать. Ребятки гуляют. Сегодня такое солнышко на улице. Я сегодня, когда утром встала, увидела этот крокус, который зацвел у меня. Так аж приятно стало. Сквозь снег пробрался и зацвел. Надеюсь, вам тоже это настроение подняло. Ладно, будем гулять с ребятками. Девочки уроки делают, а мы на улицу вышли. Пока солнышко, хорошо гуляем. Муж сегодня у меня на работе. Ну, а я с ребятишками. Дорогие друзья, мы уже с улицы пришли домой, ребятки кушают, сидят, а мы тут сидим, перебираем вышивки с Катюхой. Подоставала я наборы, это на канале Влог Рукоделия, вы увидите позже. И в целом, что я сегодня ходила по территории, сегодня искала крапиву. Вот знаете, весна пришла, хочу крапивный суп.
Вот не могу, хочу крапивный суп с яйцом. Все, пересмотрела, нигде крапивы не видно. Я посмотрела тут на каком-то канале, уже крапиву добавляют в еду. Блин, я тоже хочу. Я сегодня себе сильно проткнула руку, прям палку туда воткнула. И как раз с подругой в это время по телефону разговаривала. Потом йодом прижигала, говорю, готова? Она говорит, давай. Я прижигаю, как начала орать, она ржет. О, говорит, я довольна. Я говорю, ну, блин, это чё? Ну-ка. А я не открывала еще. А почему? А, это фетр на задний. Она открыла вот такой набор, а там фетр вот такой лежал. Я думаю, что он там лежит? Я еще не открывала его, Катя, вообще. Это папин магнит. Один магнит, что ли, на 4? Такие яркие ниточки. Смотрите, какая красота. Вышивать одно удовольствие будет. Пластиковая канва. Но у меня есть такая пластиковая. Две, ну, там на 4. Они маленькие. И один магнитик на 4 штучки. Но у меня магниты такие есть, поэтому я не принесла. Смотрите, яркие нитки, красивые. Да? Катюха тут смотрит. Ей тоже нравится иногда покопаться, да, Катя? Я сегодня просто хочу на канале Влог Рукодельниц одно видео заснять. Ну, если у меня получится, если мне детки дадут. Ой, Катя, как ты рас... А что я-то? О. Я ничего не делала. У меня тут Света сидит, уроки делает. Они по очереди. У нас компьютер всю ночь работает, ребята. Вот вы не поверите. У нас он отключается на часа в 3, да, в 4 ночи. Потому что все уроки делаются, 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 делаются. И вообще у нас компьютер скоро помрет, мне кажется. Он так работаешь, работаешь на нем, он бац, отключается сам по себе. Да, он отключается частенько. Так, это синяя надпись на всем экране появляется. Винда, видать, слетает, что ли, не знаю. Или и вот, надо ноутбук починить. У нас есть ноутбук, но он сломанный. А сколько на запчасти, я не знаю, надо. Там папа говорил, надо экран, у нас экран сломался. Он местами черный стал. Пятнами прям такими, знаете, черными полосками, пятнами стал. И что-то он еще говорил, надо там менять. Кнопки, по-моему, там делать надо. Потому что он поменял эту карту памяти, или как она называется, большая в компьютере. Она очень дорогая была. 4000 стоила. Мы ее купили, вставили, но все равно надо еще доделывать дальше до конца. И вот когда доделаю, потом буду учиться. Этот ноутбук будет полностью мой. И буду я на нем монтировать. А дети будут уже за компьютером тогда делать все остальное. Потому что один компьютер у нас не хватает. Вот они по очереди уроки делают. Сначала у нас кто делал? Маша немножко. Потом Катя села. Сейчас Света села. Потом опять Маша сядет. И вот так по очереди они. Егорка садится, тоже иногда делает. Но он говорит, мама, я справляюсь по телефону. Он только иногда садится что-то посмотреть файлы. У нас файл. Мы вчера с Егором пытались открыть файл. Там надо было прям электронный файл на компьютере заполнить. И отправить, да, Егор? Чего? А мы не смогли этот файл открыть, который мы вчера с тобой пытались там ответить на вопрос это. И у нас он не открывает. Наш компьютер не прочитывает. Он открывается, но нельзя вписать. Да, он открывается, но вписать в него никак нельзя. И наш компьютер это не тянет. Поэтому, можно я по-другому сделаю. Ты по-другому сделаешь? Да, потом. Ну, просто хорошо. Списать и все отправить учителю. Не, он как-то по-другому хочет. Я эти квадратики выберу и просто впишу чай, на телефоне. Принеси кружку. Я умею. Научился. Все понятно. Ну, вот такие вот, ребята, у нас дела. Вот так вот мы справляемся с уроками. Дай мне, пожалуйста, эту. Это мне прислали. Классно, и он. Повесить можно на гвоздик. Вот у нас... Ага, шишта там. Вот так вот мы, ребята, исправляемся. Ну, ничего, мы справимся. Ребята, смотрите, какая красота. Цветы. Смотрите, все желтым. Идешь с магазина, а тут прям полянка желтых цветов. Супер. Кто чем занят? У нас вечер проходит, девочки пытаются в селфи... А, в этот, засняться. В лайк. Лайк, лайк.
А я подглядываю. Маш, там мультиварки, ничего нет. А я тебе не дала, что ли? Сейчас дам.